Есть ли разница разговаривать вживую или по телефону? Разница точно есть. Лидер движ. Но в этом видео мы не будем сравнивать эти две шикарные колонки, а поговорим об одной из них. Это Firebox 1000 под артикулом 2018. А для тех, кто еще не смотрел про Firebox 800, ссылочка будет в описании. Меня зовут Сева Микс, погнали! Предлагаю сразу же пробежаться по панели управления. И начнем мы с USB входа, где для воспроизведения музыки достаточно ставить только флешку, естественно, с музыкой. Такая же история произойдет и с TF-картой, и со входом AUX. А вот если вы подключите проводную гитару к этому разъему, она заиграет совсем по-другому. Имеются также два входа под проводные микрофоны. Основная громкость у нас находится по центру, правее расположены три кнопки, но обо всех по порядку. С помощью этой кнопки можно отрегулировать на микрофоне реверберацию, высокие, а также низкие частоты. Гитарная громкость регулируется здесь, а для функции записи на USB или TF-карту, а также воспроизведения файла и его зацикливания, можете нажать на эту кнопку. Также, чтобы воспроизвести записанный материал, нажмите и удерживайте. Чуть ниже находится кнопка, которая поможет нам с выбором линейный вход, режим USB, TF-карта или Bluetooth. Коротко нажав на кнопку рядом, вы можете переключиться на следующую композицию. Здесь у нас play и пауза, а вот это уже предыдущая песня. Это у нас режим повтора, а вот эту кнопку можно использовать для регулировки усиления частот высоких и низких. Управление подсветкой осуществляется здесь. Тут мы выбираем приоритет микрофона, а эквалайзер нам дает расширенные настройки для звучания. Вообще считаю неплохим выбором, если еще учесть 7,5-амперную литиевую батарею. Плюс микрофон, ну и конечно же без пульта и шнура питания вас тоже не оставит. Кроме всего прочего, эта колонка поддерживает Bluetooth и соединение по TVS. Уже пора завязывать вот с этим вот разговором и переходить уже к самой колонке. А вот как считаете вы, обязательно пишите в комментарии. Все на уровне, то есть как обычно в электронике, низкие, средние и высокие играют четко. Огонь! Верю в то, что на расстоянии 10 метров реально можно устраивать настоящую дискотеку. Кстати говоря, ссылки на музыканта я оставлю в описании. Если тебе понравился этот видос, приходи к нему, подписывайся и слушай. Я не успел написать слова, так бы я бы зачитал с удовольствием под этот бит рыбчину. Также, друзья, компания Electronic дарит подарки при покупке, конечно же, акустики от Electronic. Во-первых, она дарит вот такие вот крутые наушники от компании Away, надеюсь, правильно сказал. И, во-вторых, дарит попы. Карусель, карусель! Да-да, вот такой вот он, Firebox 1000, который вы можете заказать оптом и в розницу по вот этим номерам, если успеете.